Хей, йог, я Мишуки, и мы продолжаем пройти игру под названием Гардероб. Да, это игруля связана со скелетом, это у нас квестик. Поехали, дыра. I have a new appreciation of the quality of life inside the wardrobe. You should be able to recognize that by now. Что это орех? Took you long enough? And where did you pop up from? This van is a wreck. I got out through a hole hidden in the floor. Is there a way to get in from under there? Negative, dude. My head may be huge, but nowhere near like yours. How about taking a ride with me? All aboard. О, это что у нас, велосипед? Интересно, какого фильма? То, что вижу на колесах кровь. Это либо сияние, либо либо этот. Ла-ла-ла-ла. Люцифер, либо же. Может быть еще. Отсылочка к этому. Как он называется? Акпеле. I see we're dealing with a Nobel laureate here. I see we're dealing with a Лаурен. Открыть. No way, it's closed. Нет, закрыто. А, задний двор. Опа, ребята, а вот это уже отсылочка сразу. Это к отсылка к оно, только здесь желтые шарики, а там красные шарики. Двор. I love these kitchen garden things. In other people's gardens. I'd prefer not dipping my toe into strange mating rituals. I don't feel like I'm ready. Не думаю, что готов. Опа, знак Бэтмена, если что. Это у нас лампа Аладдина. Это у нас робот из Borderlands. Вор. The supposedly well-guarded local prison never fails to make its citizens feel safe. I don't think he needs further motivation. Дальнейшая мотивация. Так, ну мы можем его вспугнуть. He will never hear it from this distance. Отсюда этого никогда не услышит. Stop for a second. I wasn't holding my breath on it being open. Я никогда не ждал открыть этот... Что? I wasn't holding my breath on it being open. Я ждал, чтобы открыть. Так, хорошо. Catch a thief? Поймать me? Вора? Are you seeing me clearly? Ты вообще на меня смотрел? When I feel the need to rob a bank, I will know where to turn. Что? When I feel the need to rob a bank, I will know where to turn. Так, а почему не слышат? А, ну тогда нам, ребят, нужно по сути это только. Ох. Почему так быстро не можешь двигаться? Почему так медленно? Типа, знаете, чтобы он бегом бежал. Мне нужно его громко говорить. Come on, let's get a move. А, мне пора. I really need... Так, ладно, продолжаем. Что по подсказкам? Улица. Пар поднимаем по лестнице. Достаем диктофон. Ага. And I fought for years in the union for people like you. Пес бросает следом. Все, я понял. Короче, берем бельчонка. Back in my day, the screws were tightened. These seniors today really don't need for anything. If you're suggesting I talk into it, I'll inform you that such an action would be completely wrong. Действительно будет совершенно. Let's let the workers have their well-deserved and absolutely unexpected peace and quiet. Тишине. Заслуженная тишина. Все, громкоговоритель, дальше. Ну и, блин, я буду просто юзать, когда уже буду, знаете, в тупике. Так мы будем с вами сами проходить. Так. Опа! Монтировка. Escape.
Наконец-то у тебя получилось. When you use nice manners, видишь, когда ты хочешь вести себя, то получаешь все, что хочешь. Все, ребят, мы отправляемся дальше. На секунду я подумал, что все будет. Мне нужно отметить. Вот, возьми. Сколько раз мне говорить, что у меня аллергия на сливы? Это гребаный орех, у тебя глаз не слышали, вообще глаз нет. Несколько часов спустя. Something stinks here. Что-то тут не так. It wasn't me. Это был не я. I mean, нет, where the hell did those two go? Где, блин, эти... I'll get out. I have to Пойду check. Проверю, что к чему. Блин, что-то мы нихера с вами так и не уехали. I see we're deal... Да-да-да... Блин, я думал, мы же с вами уже все. Вот, мы отправились. Да-да, конечно. Isn't it a bit late? А мы опоздали. Ты the на время смотрел? Yeah, ага, вон, clock, на тех boss. Часах расслабься, шеф. I like я люблю lunch перерывы breaks. На обед. Too bad that pendulum has been а как же там мои years. Дни ходят? Опа, я могу прятаться. I can't, they would see me. Не могу, меня заметят. А что ты предлагаешь? I don't understand how. I can't. They would see me. Меня заметят. А куда? Подожди. Ты видишь еще какие-то варианты? I can't. They would see me. Так, помощь. Так, идем на задний двор. После мусорки в банк. Чего? Так, подходим в фургон. Так, тогда применим монтировку. Скин ждет вас в полной темноте в фургоне. Идем на задний двор, возле мусорки бака подбираем нагону и спускаемся в конденсацию. Так, я понял, хорошо. Нам нужно вернуться с вами в двор. Норовилка. Так, объединить мы можем, хорошо. It won't work. Это может сработать, хорошо, дальше. А что если я мух использую сюда, подожди. Can you be more specific? Может вы были... А, ну. First I have to wait until they aren't looking this way. Посмотрим в другую сторону. Что-то недолго смотрят в другую сторону. First I have to wait. Next, помощь. Так, так, так. Канализация, вилку. Поднимаемся за двух. Жвачка, заглянуть в дверь слева, рабочий. Ой, боже. Что за бред? Я вообще не понимаю. Откуда я мог знать? Sorry, but I need you to return my chewing gum. Я попросил мою жвачку назад. I don't understand how... Может, когда надует, ты ее, они обратят внимание? Да?
О, ребят, это у нас отсылка к этому. Splinter Cell тоже, да? Когда типа под коробкой. А не, стойте, я какой Splinter Cell, ё-моё. Это уже к этому. Metal Gear, да? Так, стрелки. Так, а жизнь все. Эти двое все еще на приемке. Что они там делают? Пойду проверю. Мысли. Do I need to Что они еще могут там делать? Тут их нету. I don't wanna... Хорошо, наверх. Are you kidding me? Вы шутите? That's it. Now we'll do it the hard way. Будем учиться. Ага. И я снова в западне. Так, 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 гостиная. Обращаемся в голову мою. Огромный кусок жвачки, отправляем на стройку. Хорошо. Добро. Допустим, я так и поступлю. Нам нужно вниз. Куда? Жвачка, бетономешалка. Тут, понимаете, типа, вообще непонятно, что делать. То есть, нестандартные действия. Жвачка с цементом. No. Better not. Дальше. Ага. Добро. Мы идем с вами на кухню к микроволновке. Берем жвачку и засовываем ее внутрь. A bit of ladder. There's some. Хорошо. У нас еще была жвачка, поэтому. Sorry, but I... Нормально. Только не говоришь, что мне за мной идти туда нужно. I need some. Ладно. Заново. Тут хотя бы быстрое передвижение идет, поэтому сойдет. Так. Поехали. Using everything. I don't understand what you're trying to get at. Так, подожди, а что, зачем тогда? А что я тогда должен сделать? Sorry. Что? О, микроволновку. Помещаем жвачку с цементом. Мы туда же помещаем. О, нахера? Объясните мне, пожалуйста, зачем? It could even work. Everyone.
Better set up the timer to guarantee an escape route. А таймер и бежать. Вот это может быть отсылочка к когда два бога, ну когда, короче, святые рукоятки. Ну да, щекочет меня. Мне нравится. Come on, let's get back to the van and get out of here. Давай вернемся к фургону и уедем отсюда. Два типа пальца, знаете, так вместе, там типа между ними. Так, молния, и ангел. Не нравятся мне такие дни. You're telling me. И не говори. Если я найду того, кто взломал мой грузовик. Who pried my van open. Remember your heart condition, boss. У вас проблемы с сердцем, сэр. Ты прав. Let's just think about delivering everything and forget today, okay? Забудем об этом, окей? Не ужели. I haven't even thought about it, actually. I just want to talk to Ronald as soon as possible. Why all this rush? Sorry, but I wasn't paying any attention earlier. I was too busy with my nuts. Basically, according to otherworldly laws, the perpetrators of a blood sin will be condemned to eternal damnation when they die. But Ronald's was an accident. That doesn't change anything. It's irrelevant. The only way to prevent this from happening is to confess his crime to someone else. Within 5 years. And how much time does he have left exactly? 3 days. And you're just thinking about it now? I didn't want to overwhelm him. I wanted to give him his space. I really have no words. Прав, да нет слов. Все, мы отправились. Какие же нас ждут дальше отсылочки к играм, фильмам, сериалам, мультфильмам, аниме и вообще, ну даже к играм, комиксам. И какой у нас новый дом будет? Damn spoiled brats. Hey boy, hey, is everything okay? Tell me. Говоришь, that fall cut out your язык откусил? No, нет, sir. Isn't it too early to wear your costume? It's only afternoon. Еще... What? Чего? You probably hit your head too hard on the ground. It's Halloween today. Otherwise, why would you wear that stupid skeleton costume? Oh, да, да, конечно. Yes, of course. Конечно, for Halloween, obviously. Bah. Ага. Try not to make too much trouble while you're still around. Capiche? Brats. Посранцы. Окей. Where the hell am I? Куда, блин, я вообще попал? Я вижу, ну, гориллу огромяную. Did someone throw my wardrobe in a dump? Шкаф, наш свалка? Okay, calm down. Успокойся. I know the address of Ronald's new house. Рональда. The problem is getting the wardrobe over there. Нужно как-то добраться. Ну, давай посмотрим сначала, что с этой стороны. Там я уже вижу отсылку. Waste, waste, and waste again. Hey, wait a minute. Seems Santa Claus came early this year. Поработал. Батарейка. Ой, не входить. The janitor would not be happy. Judging from this sign, I'm sure I'll be welcome. Карта. It seems to be a map of the area. От окрестностей. Hey, we're by the sea. Мы у моря? That van went a long way. Фургон заехал. It could be really useful to orient myself in a city I don't know. Ну что, давай смотреть, что да как. Ах, ты ж, у нас теперь так все выглядит. Ни хрена тут местность, ребятки. У нас еще кладбище есть. Hey boy, you finally hey, парень, woke up. Ты... You know you could have broken your neck. This is not a fun fair. Так, одна отсылочка, две отсылочки, три отсылочки. Я вижу три отсылки. Первая отсылка. Это у нас Игра престолов, именно Трон. Вторая отсылка. Это Мандрагора, это у нас Гарри Поттер. И Аку-Аку. Это у нас отсылка к... К Бандикуту. Краш Бандикута. Ага, я еще вижу отсылку.
Дневник Тома Реддла. Это у нас Гарри Поттер, отсылочка. Это что, клоунская бабочка? I would have liked to see you deal with this horcrux if it were an Okia 3310, my dear Potter. Мой милый. I would have liked to see you deal with this horcrux if it were an Okia 30. Ну, а, Nokia 3310, я понял целку. 7 books and 8 movies didn't teach you anything? Что, тебя не научили? 7 books and 8 movies didn't teach you anything? Пентаграмма. From what I understand, this can be used for satanic rituals, even to conjure demons. Hope I'm not wrong. Do you really want me to talk to a picture painted on the floor? When you cross the street, do you ask permission of the zebra crossing? I don't know much about esoteric activities. Do you really demand an answer? Better not cause any disasters around here. Who are you talking to? The player on the other side of the screen, mister? Player? Игрок? Screen? Экран? That fall must have been worse than I thought. А ты сильно обнулся, когда падал? That shrill voice makes my skin crawl. У меня мурашки по коже, то есть кости дрожат. Не стоит брать меня на понт, а то... Нет, прошу, не надо. What's wrong with you? Что с тобой не так? А что было бы так, если бы тебе выковали с корнями? Вообще-то, честно, технически у меня жизнь из выбранной, но я что-то не жалуюсь. Как именно я сюда попал? How did I get here precisely? How the hell am I supposed to know? Нет, я имею в виду, кто привез сюда шкаф? Who brought сюда that шкаф? Purple wardrobe here? Wardrobe? I thought it was a coffin. Two guys from a moving company with a white van full of old junk. Old junk? Старья? Мне нужен твой шкаф. I need that wardrobe. I don't live in this waste for fun. If you want something, you must pay. But I have no money. How much do you want exactly? Let's settle it this way. As an exception, if you pay the crane costs, you can take the wardrobe. What if I use the crane myself without bothering you? And what if I use these boots to kick your ass? Thanks for helping me. Oh, don't get me wrong. I'm not interested at all in your health. I just wanted to be sure a dead brat doesn't get in my way. Then you shouldn't even be talking to me. Did you say something? Ah, forget it. Post-traumatic ramblings. Я ещё падаю, не подумал. Так, вижу тебе понравилась тёмная магия. I see you love black magic. Are you some sort of wizard? I don't like that tone. Black magic is neither shallow nor vapid. It's real art. Of course, I didn't think for a moment it wasn't. And do you ever wear that pointy hat with the little stars? At the birthday parties. Ну, а ты не ошиб... Не шибко ли высокий, а? Well, aren't you tall, eh? My grandpa put steroids in my baby food when I was a kid. Стероиды для детского питания. Okay, this time I really put my foot in my mouth. Лишнего. Hey, I meant what I said. Сказал. I better go. А, пожалуй, see you around. Еще don't get into any more trouble. Передряху, хорошо. Ключи. Коктейль. I hope this is just sangria. Sangria. Take away alcohol from a grown man? I would kill anyone who touched my snack. Да я убил любого, кто бы поступил на моё место. I may not have to worry about catching herpes anymore, but I'm still not drinking from the straw of a stranger. How's it going, bro? Как дела, бро? I have a feeling I'm not particularly liked by my own kind. These must be the crane keys. Должно быть, это ключи от чего? These must be the crane. Hey, hey, you. Ты. What do you think что you're doing? Задумал? How? Как? Using telekinesis? With four available actions. You really think this is the best думаешь, choice? Это будет самое лучшее. Damn it, Naughty Dog, would you finally start developing a new Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. And no, remastered doesn't count. Ха, а как раз они уже ремастер выпустили, если что. Бурбега! Бурбега! Бонапарт! Бонапарта! Бодигард! Бодигард! Yes, так, well, что там еще? Your mother? Мамка твоя? They could have just said that in the first place. Разве ты говорил? Картина. Dinsdale certainly has the best mascot in the world. На планете. Dinsdale certainly has the best mascot in the world. Dinsdale? Dinsdale certainly has the best mascot in the world.
Chompy, chompy on the wall. Chompy, chompy на стене. Who is the fairest one of all? Apart from you, obviously. Ну, конечно, кроме тебя. Хорошо. Так, ну тут заперто. No way. It's... And I can imagine. Гидрант. A rather unusual довольно place for a hydrant. Гидранта. Yes, sure. I'd like to see you do that in my shoes. Это? You stupid, scrawny Hulk. Impossible. Невозможно. It's sealed tight in the rust. Так, что не... When will you stop with such foolishness? Больная дурака. Так, ну, у нас там пирамида. Так, я вижу, там клоуна с топором стоять. Это, лучше мне оно? Ссылочка к оно. Флайер. Снова у нас отсылочка к тонкому человеку, да? Слендермен. Слендермен. Везде Слендермен. I should really take it, just so I'd have something to leave on your windshield. Дворником. Oh, so now oh, you так, want значит, to get rid of me? Избавиться? This is a total role reversal. You should thank God благодаря there's a screen Богу, dividing что us. Разделяет экран. Thinking back, если вспомнить, I passed away without even looking death straight in the eyes. But that still doesn't это... seem like a good reason to make a second чтобы trip. Решиться на второе. Так что у нас там еще? Я вижу еще там что-то есть, но не могу понять, что это. Плутон. А, это Плутон. Мой Плутон. Батарейка. О, взять. Кинг-Конг. А это у нас... Годзилла. Ну, первая отсылочка Годзилла, вторая Годзилла. Ну, отсылка Кинг-Конг. Драка между ними. Это, похоже, Терминатор. А барабан со знаком студии. Тухлое мясо. Unless those cold cuts were used as bait for pterodactyls, this setup makes no sense at all. Yuck! Well, judging from the stink, it's obvious they've been here at least since the... Having died because of a plum, dying again from a slice of bad salami seems like overkill to me. They may have gone bad, but your brain is spoiled as well. If its aim is to keep the intruders away, I'd say it's doing its job perfectly. King Kong smoking a pipe, sitting triumphantly over Godzilla, probably defeated single-handedly, and with a death note in his hands. The amount of epicness on this float is impossible to calculate. I'd like to honor you by pounding my chest, but I'll get no more than a xylophone sonata. Чем? I'd like to honor you by Так, барабан. Ah, the Cynic. I've heard them before. Слышал таких. Maybe in my second Может, life. Во второй жизни? Well, ну, то I mean есть, in the third. At school, I was в школе a guy даже even with the flute. Не справлюсь, Who а knows what a ruckus I could make on the drums. Are you serious? Если сейчас серьезно. Что тут еще есть? О, батарейка еще одна. The Просто еще battery. Одна батарея. Возьми ее. Открыть. Больше я здесь ничего не вижу. Better wait until it gets dark, when everyone will be in costume. Надену костюмы. Все, ждем вечера. Несколько часов спустя. All clear. А вот теперь пойдем. Так, а там это, что светится внизу, видели? В машине. Вау! Ух ты, американская вечеринка! А могу я между этими быстро перемещаться? Да, могу. Ну, это спящий пинхед, это мужик с иглами в теле. I would have never expected я бы никогда pinhead не подумал, что у пинхеда трусы с сердечками. Let's see. Ну, я посмотрю, смогу ли я спеть ему колыбельную. Lullaby, колыбелька, lullaby, колыбелька, оу, кому улыбнется сладость постепенная. Петь. Деду Морозу отдам, он важнее 100 грамм. I'll give it to the old witch, and she will fall into a ditch. Everyone knows she can't handle her drink. I'll give it to a complete fool, and he will slip into the pool. I'll drink it with my stupid friend, and all our money we will spend.
Happy alcoholic dreams, little star. Звездочка. Так, турбина. Guess someone will need some property renovations. If there's anyone alive, выжил. Your kleptomania is really getting out of hand. Why do I have such an idiot player? Do you really demand an answer? One thing's for sure, someone used it the wrong way. And yet Edna called it. No capes! Никаких плащей. А подожди, там кто-то... А, неужели это снова отсылка у нас к Супермену, который попал в турбины? Так, почтовый ящик. Maybe you might want to get the mail. Возможно, во время хочешь получить письмо. The next one could be a bill. Better stop right there. Лучше, I don't have to send any letters. After all, it's not like I've had much of a social life in the past 5 years. Поскольку... Так, хорошо, что у нас здесь. Любовное письмо. Могильная плита. This is a great вот garden это хорошая сцена. Much better than the gnomes. Не хотелось, что все... Never disturb the dead people. Тревожьте мертвых. If you dictate your epitaph to me, I'll think about the rest. If you dictate your epitaph to me, I'll think. Nobody wants to talk to you. Так, еще наверх, походу, можно залезть. The level of debauchery in these parties reaches unparalleled. They could at least put the cups on a table. Банки по местам. Ух ты, шаман. Дракон. In Oriental mythology, the dragon is a symbol of balance, wisdom, but not even a talisman of this size can make up for your stupidity. Unfortunately for me. Shenron, revive Krillin! Don't get smart with me. Не уменьши меня тут. Я не думал, что ты можешь разговаривать. I didn't think you could talk. I'm a Tsukomogami, a thousand-year-old object, so I've received a soul as a gift. A Tsuku... What? Что? You can just call me Tsuko. Можешь называть меня просто Цука. Цука! Ты что, да, типа... Караоке, карусели или как? Are you some sort of carousel karaoke or what? I'm a music box, to be precise, passed down through generation to generation in the Chinese imperial family. It seems this tradition didn't last long after all. Well, I wouldn't say that, since the man on your right is the firstborn of the emperor. Первонец императора. Можешь что-нибудь спеть? Can you sing me something? I know a song. Я знаю, какая песня тебе понравится. I do not doubt your vocal skills, but actually I'm more of a metal guy. A death metal guy. Do I look like someone who could sing something like that with these clothes on? I have to go. Зайчан. Зайчан. Плакат. It says birthday cake. Праздничный. I don't know what I expected. Не знаю, что ожидал, но я не разочарован. Wait a minute. Минуточку. Since when do I speak Chinese? Это я проговорю на китайском. It says birthday cake. Праздничный пирог. I don't know. Кинжал. It was probably thrown by an amateur hitman. With serious sight problems. You've been a very bad boy. No birthday cake for you. I don't think this kind of thing has any purpose besides decor. Did you have a heavy meal? It's too high. I can't reach it. I could probably do worse, but it'd be difficult, and I don't want to risk it. When I play darts that badly, at least my excuse is that I'm just getting out of the shower. I hate ideograms. I suppose it's the first thing Chinese students learn to write. If I find one that says "kick my ass," I promise I'll give it to you as a gift. I hate it. I suppose it. If I find one that says "kick my ass," I promise I'll give it to you as a gift. I don't think this kind of thing has any purpose besides decoration. Maybe we're going a little too far. На фоне осылок нету. Отшельник. Самая странная форма медитации, которую я когда-либо видел. Извините. Мистер? Мистер? Я не хочу вас беспокоить, но...
Черт, старик, я с тобой разговариваю. Твой подход крайне не подходит для цивилизованного разговора взрослых людей. You're right. Вы правы, я занеслом. Прощаю тебя. Так, не думайте, что вы слишком стары, чтобы жить в домике на дереве? Don't you think you're a bit too... Воистину, я прибыл тут долгие 63 года. Чур? Извините, I had я no idea. Не знал. Be not ashamed, boy. Прощаю тебя. I forgive you. Как так вышло, что вы пришли к этому? How come you made this life choice? Modern society did not befit the decay of values, the rotten logic of capitalism, wars generated by the interests of politicians, the inept or mind-washed public. Yet I am sure mankind has learned from such foolhardy mistakes over the decades. You'd be surprised. Так, а вы правда шьете вашу бороду? Так, ладненько, а вы правда шьете вашу бороду? Are you really sewing your beard? Incorrect, boy. Ты не прав, мальчик, я ее вяжу. Why would you want to Но do зачем вы это делаете? Like я вяжу экологическую одежду для модных брендов. А что насчет того, что современное общество не по душе? Когда считаю верование конфликтует с личными интересами, отправь их в ад. А не понимаю я, почему вы вечно повторяете «прощаю тебя». Должно быть, вы человек высшей доброты. По правде говоря, нет, мальчик мой. Когда я был еще ребенком, я играл священника в школьной песне. На представление собрались люди со всех окрестных городов. Все шло просто прекрасно, и я почувствовал, как в моем детстве или в черной рабе наполняется гордостью. Но тут, в третьем акте, на меня внезапно упал исповедание и ударило в голову. Люди крестили, растерялись, увидев, как маленький священник без чувств растянулся на полу. Я висел на волоске между жизнью и смертью целых два дня, и затем проснулся. С тех пор я постоянно повторяю «прощаю тебя» и не могу удержаться. Да, yes. Очень интересно. Very interesting. А так, я ужасный мальчик. Вы сможете меня простить? I'm a terrible. You да, так are и есть, indeed, boy. Мальчик мой. It is not appropriate at all to make fun of an elderly man. And yet, я все же прощаю тебя. А зачем вы медитируете во время вязания? Why do you meditate? Медитация один из ключевых моментов отшельничества. Полезное выкидывание лишних мыслей из головы и сконцентрироваться на своем внутреннем мире. Но я могу делать сразу две вещи, мне же лучше. Не находишь? Оставляю вас наедине с вашей шибко занятой жизнью. Дверь моей обители всегда открыта для тебя, особенно если учесть, что у вас нету двери. Ладненько, давайте, короче, я думаю... Здесь с вами и закончим, да, я сохранюсь. Здесь с вами и закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.